Небольшой гараж в центре Мюнхена Рихард Ортхубер держит здесь очень редкую машину – амфикар, уникальную модель 770, собранную в 1962 году. Главная идея этой амфибии по замыслу конструктора Ханса Триппеля заключалась в том, чтобы передвигаться как по суше, так и по воде. Он считал, что нет ничего особенного в том, что человек может отправиться на машине в горы. Он говорил, что воды, рек намного больше, чем гор, поэтому внедорожники не слишком важны. Нужен автомобиль для воды и суши. Водоплавающий автомобиль оборудован специальными приборами, которые не увидишь на обычной машине. Это гудок, а это сигнальные огни, как на моторной лодке. Так что с любого судна можно увидеть, в каком направлении я двигаюсь. Для того, чтобы капот плотно прилегал к резиновой прокладке, он запирается с помощью двух четырехгранных замков. Конструкция, к сожалению, предусматривает только задний привод. Конечно, полноприводной вариант был бы оптимальным, чтобы было проще выезжать из воды. Если возникнут сложности, то здесь имеется массивный буксирный крюк. В передней части, чтобы ноги оставались сухими, сделано, как в любой другой лодке, двойное дно из дерева. И вода, которая попадает в машину в виде брызг от высоких волн, стекает в заднюю часть трюма. А сзади установлен насос, который выкачивает воду обратно. Рихард заводит маленький четырехцилиндровый двигатель из выпускавшегося когда-то автомобиля Triumph Herald. Из-за того, что мощность мотора всего 38 лошадиных сил, автолюбителю приходится избегать скоростных автобанов. Амфикар построен как лодка на колесах. У него высокий центр тяжести, поэтому на крутых поворотах он кажется неуклюжим. Но Рихард любит кататься на нем. Конечно, эта машина доставляет больше удовольствия, когда на ней плывешь, ведь для того она и построена. У меня ощущение, что это больше лодка, нежели машина. Четырехступенчатую коробку передач позаимствовали у небольшого грузовичка «Темпо Матадор». На этих кадрах амфикар штурмует озеро Химзей. В тот момент, когда автомобиль оказывается в воде, он сначала ныряет носом. И каждый раз немного страшно. Не совсем понятно, плывет ли машина. Автомобиль спереди и сзади выполнен полностью из листового металла. Все скреплено болтами. И если где-то появится течь, он камнем пойдет на дно. Но каждый раз все получается. На озере Рихард встречается с другими владельцами амфикаров. Они устраивают совместный заплыв. Машина держится на воде не хуже, чем обычные лодки. Управляешь как обычной машиной, с помощью передних колес. Следовательно, рулевое управление опосредованное. В обычной лодке это делается с помощью руля, а здесь с помощью колес. Но это функционирует просто замечательно. Единственное, что не работает, так это автомобильные тормоза, так что приходится давить на газ. Амфикар разгоняется на воде до 12 км в час, но чтобы прокатиться по озеру или реке на этой необычной машине, потребуются отдельные права на управление моторной лодкой. Спустя 2 часа Рихард возвращается на берег. Теперь мы поставили машину немного под наклоном. Если во время движения вода попала в трюм, мы выкачаем ее с помощью насоса. В принципе, немного воды всегда попадает внутрь. Рихард надеется, что автомобиль еще долго будет радовать его и его семью. Чтобы отдать кому-то эту машину, это для меня немыслимо. Возможно, у моих дочерей есть интерес к амфибии. Я буду ее холить или лелеять. Ни в коем случае никому ее не отдам. Эта машина особенная. Таких почти уже не осталось. Все те авто, которые еще сохранились, находятся в руках коллекционеров. И я тоже ни в коем случае никому не отдам ее.